Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о том, как изменилась «Мазда» и временных выделенных полосах. На автосалоне в Лос-Анджелесе «Мазда» показала новое поколение кроссовера CX-5. Ну, товарищи, теперь ее не узнать. И без того яркая внешность стала еще более выразительной. Светодиодные фары стали уже, а решетка радиатора, наоборот, стала огромной, да еще и семиугольной. Те же изменения коснулись и задней части. Фонари стали похожи на узкие полоски с круглым элементом, а на площадке для номерного знака можно расположить карту мира. Ясное дело, что салон тоже полностью новый, за исключением пары элементов. Дефлекторы кондиционера стали пятиугольными. Дисплей мультимедийной системы раньше был утоплен в панель, а теперь гордо над ней возвышается. Рулевое колесо, как две капли воды, похоже на то, что устанавливается на Roadster MX-5, что, по идее, должно намекать на характер автомобиля. Под капотом нового кроссовера два бензиновых мотора и один дизель. Как и прежде, они обладают рекордной степенью сжатия, а самый мощный из них развивает 192 лошадиные силы. Автомобиль получил и систему регулировки крутящего момента в зависимости от угла поворота. Она распределяет нагрузку на колеса, помогая более безопасно и правильно проходить повороты. Новый CX приедет к нам в следующем году. Вот тогда-то мы и погоняем. Власти Москвы планируют ввести новые, но временные выделенные полосы. Нет, пугаться нам пока рано. Они будут действовать только на период проведения в Москве Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу. В ЦОДД особо отметили, что работать эти полосы будут только на время проведения самих соревнований. Формулировка странная какая-то. На время всего чемпионата или матчей? Как всегда, ничего не понятно. Видимо, узнаем, как только просвистит свисток к началу первой игры. Зато уже известно, какие именно улицы снабдят времянками. Это будут улицы Косыгина и Хамовнический вал, Волоколамское шоссе и Фрунзенская набережная. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».